Доброго времени суток, уважаемые участники АФЛ. Сегодня мы находимся на жеребьевке 1/32 Кубка Англии. И Олег Цыпляев, глава Английской Федерации АФЛ, расскажет вам о подробностях. Ну, собственно говоря, принцип, как и в прошлых раундах, есть две корзины, команда сеянных и команда несеянных, те, которые прошли из ранних раундов. Не будем тянуть кота за хвост, как я обычно это люблю говорить, давай сразу начнем. Ну что ж, поехали. Очень честная и трудоемкая процедура. Итак, первая команда. Hull City. С кем же встретится Hull City? Тигры нашей федерации. А Hull City встретится с командой Саутгемптон. Новичок нашей лиги. Посмотрим, что он продемонстрирует. Лучше выкладывать вот так вот лучше парами, чтобы потом ничего не забыть. Итак, следующая команда. Stoke City. На соперниках у Stoke City, мне кажется, команда Челси. Интересная встреча будет, интересная. Следующий коллектив – это Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers попадает к Лестеру. Брайтон энд Хоув, команда из Лиги 1. С кем же она встретится? А сыграет она с Уимблдоном. Так, бумажек все меньше. Следующая команда – это Scunthorpe United. Сыграют они с Честерфилдом. Предпоследний матч. И встретится у нас Миддлсбро. С кем же встретится Миддлсбро? Встретится с командой Leeds United. Очень удачная жеребьевка, я бы хотел отметить. Так, предпоследняя команда. Бирмингем Сити. Кто поедет в этот прекрасный город Бирмингем? Миллол. Вот это да. Удачи, конечно, коллективу. Ну и последние два коллектива. Лутон Таун. Против Чарльтон Атлетик. Вот это зрелище будет. Приезжайте все на эту игру, ребят. Ну что, дорогие друзья, на этом наша жеребьевка подходит к концу. До скорых встреч!